это реально первые кадры из Волновахи. Первая группа международных журналистов в составе вот этой небольшой колонны, первой. Заезжаем в город, видно, что просто, ну, практически нету живых целых домов. Взорванный мост из Волновахи в Донецк, поэтому проехать здесь нереально. Вообще поверить, что такое возможно в 21 веке, ты здесь находишься в первые минуты и вообще понимаешь, что ты просто не веришь своим глазам, что вообще здесь кто-то в этом городе мог находиться во время боевых действий, кто-то вообще смог выжить, но вот там видны люди, военные помогают. Пытается, видимо, покинуть разбитые дома, но вообще все это время, пока город переживал активные боевые действия, люди находились в этих домах. Посмотрите, там просто нет живого места, вообще не... Конечно, находиться здесь не то что... Не просто небезопасно, но еще и страшно, потому что вот еще и гранатомет здесь остается, и там кассетные боеприпасы. Но уже вот предварительно все проверили, но 100% гарантии, конечно, дать никто не может. Но сказали, что сюда можно зайти посмотреть. Ну это вот квартира. Кресла выполняли роль позиций для стрельбы. Когда зашли первые военные, да, у нас мужики стали вот так вот спиной все, когда сказали выходите потихонечку, мужики стали и сказали куда. Подумали, что украинские, а потом уже, когда сказали все, ребята, тихо-тихо, спокойно, мы свои выходим, тогда уже все женщины друг на друга, на мужиков такие слезы, дети там. Да, мы же сидели все в одном подвале, там наш человек около 40. Но вот здесь у нас около... Ну, всего тут было 120, кажется, человек. Вот так танк выезжает, отстрелялся и запрятался. Отстрелялся и запрятался. Большинство жителей многоэтажек во время боевых действий ушли туда, вглубь города, где есть частные строения. Вот. Но некоторым идти было некуда, и, как видите, они продолжают жить в разбитых домах и вынуждены вот прямо около подъезда готовить себе горячую еду, греться у костров. Дмитрий Маслак, Артем Величко, Егор Кузнецов, CGTN, Донбасс. С действующей линии фронта.